Господи, Владыка живота моего, дух праздности и уныния, любоначалия и празднословия не дашь тьми. Дух же целомудрия, смиренно мудрия, терпение и любви даруй ми рабу Твоему. Ей, Господи, Царю, даруй ми зреть и моя прегрешение и не осуждать и брата моего, яко благословен еси во веки веков. Аминь. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, молитвой святаго Ефрема Сирина мы спрашиваем у Господа помощи на путях нашей духовной жизни. Мы просим оградить нас от таких чувств, мыслей и деяний, которые разрушают внутренний мир человека и которые препятствуют делу спасения. Господи и Владыка живота моего, дух праздности, уныния и любоначалия не дашь мне. Вот менее всего мы обычно обращаем внимание на это любоначалие, потому что каждый чувствует свою вину пред Богом в празднословии, в унынии. А вот что касается любоначалия, то для большинства это проходит мимо. А на самом деле любоначалие – это очень болезненная страсть. И страсть греховная. По-русски любоначалие именуется властолюбием. Когда человек стремится к власти и любит власть, вот тогда им обуревает страсть властолюбия. Только у Господа есть власть над миром и над каждым человеком. И древние хорошо это сознавали. Из Ветхого Завета мы знаем, что в Израиле, который по праву считал себя народом избранным, не было царей. Израиль поставлял себя под власть Бога. В истории вот такое управление государством называется теократия. В переводе на русский – власть Бога. Но поскольку кто-то эту власть должен был выражать, то учредили древние израильтяне особое служение – служение судей. И вот эти судьи, не будучи царями и не будучи правителями, исполняли определенные функции, связанные с управлением государства, памятуя, как и весь народ, о том, что подлинным правителем, подлинным царем Израиля являлся Господь. Но в какой-то момент израильтяне стали чувствовать, что жившие вокруг них народы, имевшие царей, имевшие достаточно организованную государственность, начинают возвышаться над ними. И особенно это чувствовалось во время военных действий, но и не только. И мало-помалу стала возникать мысль в народе израильском иметь царя. Последним судьей был пророк Самуил. И народ потребовал у Самуила, чтобы был избран царь. И чтобы закончилось правление над Израилем духоносных мужей, которые, не имея царских полномочий, являлись скорее моральными авторитетами и духовными лидерами. И
Самуил обратился к Господу с молитвой и услышал ответ: «Они не тебя отвергли, они меня отвергли», и дал им царя Саула. Власть привлекает людей тем, что через власть можно свою собственную волю осуществлять волей других людей, осуществлять в жизни других людей. Это открывает огромные возможности для человека достигать таких целей, каких никогда невозможно достичь, если ты только на свою волю и на свои силы опираешься. Власть дает право и возможность мобилизовать волю и силы многих для достижения тех целей, которые ставит перед собой человек, имеющий власть. Вот почему нередко к власти устремлялись и устремляются люди недостойные. Если человек достойный удостаивается власти, то он направляет эту власть на достижение целей, которые служат благу не только ему самому, а чаще вообще не самому ему, а тем, ради которых он и ради кого он эту власть осуществляет, то есть ради народа. И люди чувствуют и уважают таких правителей, окружают их почтением и считают великими авторитетами. И в истории нашего государства очень многие цари были окружены вот таким почтением, преклонением и высочайшим авторитетом, потому что народ сознавал, что, будучи во главе государства, государь отдает всего себя для служения Отечеству. И знаем, что многие из наших достойных правителей насильственно были убиты именно потому, что беззаветно служили своему народу. Но власть также может проявляться и самым дурным способом, когда она служит интересу одного человека или группе людей, и когда во имя узких корпоративных интересов и целей напрягаются силы народа, при которой принуждается властью к исполнению того, что служит благу немногим. В истории нашего Отечества были и такие времена, тяжелые, отмеченные значительными проблемами в жизни страны и страданием людей. Властолюбие является грехом, и власть оправдывается только тогда, когда она служит единственной цели – приносить пользу людям, служить людям. Словом «министр» обозначается высокое должностное лицо в государстве. Но в переводе с латинского «министр» – это служитель. Вот так древние римляне точно определяли предназначение высших чиновников государства. Не может быть другой цели у человека, облеченного властью, как служить людям. Все то, о чем мы сейчас говорим, касается не только светской власти, тоже касается и власти духовной.
и в большей степени, чем светской. В церкви не может быть власти, направленной на достижение личных целей того, кто этой властью обладает. В церкви власть – это синоним служения. И чем больше полномочий у священнослужителя, тем больше он должен сораспинаться на пути служения Богу и людям. И это единственное оправдание того уважения, того авторитета и той признательности, который верующий народ обращает в адрес своих служителей. И сегодня, задумываясь через слова молитвы святого Ефрема Сирина о власти и прося Господа избавить нас от властолюбия, мы должны ясно понимать, что все сказанное относится не только к тем, кто обладает властью, но к каждому из нас. Потому что и в самых простых межличностных отношениях очень часто один человек пытается взять верх над другим. Иногда сознательно, а иногда бессознательно, в силу своих способностей, волевых качеств. И вот это стремление быть выше другого, воздействовать на другого, управлять другим, это тоже есть не что иное, как властолюбие, без реальной власти. И, наверное, большинство из нас, если повнимательней посмотрит вглубь своей души, обретет внутри этот порок. Иначе бы святой преподобный Ефрем никогда бы не вложил в великую свою молитву обращение к Господу с мольбой избавить нас от этого греха и порока. Пусть силой Божией, пусть нашими собственными усилиями искореняется из нашей жизни всякое стремление к властолюбию, всякое стремление к тому, чтобы господствовать над другим человеком. А те, кто обладает некими властными полномочиями, в полной мере должны сознавать, что главный смысл и единственная цель такого ответственного служения есть не что иное, как служение Богу и людям. Аминь. Со вторником первой седмицы поздравляю вас. Я бы хотел также в память о пребывании, матушка, преподнести каждой из сестер вот сборник своих текстов, может быть, кто-то чего-то полезного в них найдет. А вас сердечно благодарю за прекрасный подарок, за замечательную икону. Благодарю сестер за пение и всех за общую молитву. Храни вас Господь. Спаси, Господи. Помогай вам Бог, сестры. Спаси, Господи. Помощи Божией всем. И крепости сил в служении, в молитвах. Спаси, Господи. Помогай вам Бог, дорогие мои. Спаси, Господи.